Специалисты Центра по профориентации, трудоустройству молодежи и студенты Серпуховского колледжа при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» поздравили серпуховичей с днем рождения города. Держи флажок, держи. Воздушные шары и флажки в честь дня рождения Серпухова на площади 49-й армии, собравшиеся, поднимают настроение себе и окружающим. Случайные прохожие рады такому сюрпризу. В преддверии праздника нашего любимого городского округа Серпухов, день рождения, мы сегодня проводим акцию. Акция называется «Мой любимый город с праздником». 685 лет. Город исторический и в то же время молодой. Поэтому наша молодежь нашего любимого городского округа сегодня поздравляет всех жителей с этим праздником. Они дарят флажки, проводят блиц-викторину и, естественно, тоже будет подарен шарик. Сегодня активисты раздали более 200 воздушных шаров. Участниками акции стали обычные прохожие и даже пассажиры общественного транспорта. Сегодня волонтеры Серпухова и все студенты приняли участие в акции. Мы поздравляем всех серпуховичей с Днем города. Желаем им счастья, здоровья и мирного неба. Сегодня проходит акция «Честь Дня города». Это мой любимый город. А возле торгового центра «Дисконт» провели праздничную викторину, посвященную Дню городского округа. Жителям задавали вопросы на знание своего родного города. Как оказалось, почти все знают историю Серпухова на отлично.